Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами продолжаем. Действительно, продолжаем данный усовершенствованный плейлист. Если вам нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей? Thanks! Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Также обязательно смотрите весь плейлист. Данный плейлист с самого начала. Это очень полезное упражнение. Ссылочки в описании. И кто чувствует силу, кто достаточно силен, то welcome! Добро пожаловать в наш второй канал English Professionally. Там только на английском языке. То есть готовится там также новое видео, скоро увидите. И это тоже очень хорошая тренировка. И, конечно, благодарен вам за вашу поддержку, за ваши даже репосты в соцсетях, в частности на Фейсбуке и других площадках. Спасибо вам огромное, что помогаете вот нашему общему делу. И давайте с вами двигаться дальше. Значит, 301 слово. Это слово ситуация. Ситуация. Кто знает, как сказать ситуация? Вопрос с подвохом. Ну, я думаю, вы поняли, о каком слове идет речь. Смотрите, мы его написали. Осталось его правильно произнести. И... не знаю, скажу из своего опыта, что 95-99% студентов почему-то, к великому сожалению, произносят это слово неверно. Как вы произносите данное слово? Значит, многие произносят все в следующем. Situation, 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 situation. Да, и кажется нормально. На самом деле, если посмотреть транскрипцию, то есть вообще очень важно знать, как произносится каждый звук. То просто situation, situation. Звук «ч», «ч», «situation», «situation». Я думаю, вы не против, если мы будем также какие-то грамматические пояснения говорить, также по произношению. То есть «situation», «situation». Соответственно, эта ситуация очень странная. Это «this» – ситуация. «Situation» – очень. «Very» – и странная. «Strange». И видите, опять нужна связка, растение глагола, подлежащее this situation, соответственно, подлежащее it is, поэтому this situation is very strange. Эта ситуация очень странная. Далее, следующее слово, вещи. Вещи, которые мы носим, там одежда, другими словами, одежда. Как будет одежда? Одежда будет clothes, clothes. Она купила новую одежду. Она... she покупать buy. Вторая форма это bought. Помним buy, bought, bought. She bought новую new clothes. She bought new clothes. Она купила новую одежду. И следующий глагол пытаться. Пытаться будет слово try. Значит, я пытаться стараться, я постараюсь это сделать. Я – это I, стараться – try. Чтобы образовать будущее время, мы с вами используем какой вспомогательный глагол? Верно, will. I will try. Далее, сделать – это do it. Но два глагола мы с вами проходили просто так не могут идти в общем случае, и мы их разделяем с помощью to. I will try to do it. Или сокращенно, I'll try to do it. Я постараюсь это сделать. Если мы с вами вообще говорим об одежде, раз речь зашла, то есть фразовый глагол. Обязательно смотрите наш плейлист по фразовым глаголам. Там очень все подробно. Есть 200 фразовых глаголов, 100 фразовых глаголов, 250. И про каждый фразовый глагол обязательно посмотрите, кто чувствует силу. Есть фразовый глагол try on. Он означает примерить. Я хотел бы примерить... не знаю, там, этот свитер. Я – это I. Хотел бы конструкция I'd like. I'd like to. Хотеть что-то сделать – это I'd like to. I'd like to try on. Там или девушка скажет. Это платье. This dress. I'd like to try on this dress. Повторяем. Situation. This situation is very strange. Clothes. She bought you clothes. Try.
I'll try to do it. I'd like to try on this dress. Дальше. Next. Носить. Как будет носить, например, какую-то одежду? Это слово wear. Wear. Значит, она носит очень стильную одежду. Давайте сами это скажем. Она это she. Носить. Wear. He, she. Добавляем s. Получается, she wears очень, very и стильную. Это же слово, по-моему, fashionable, если не ошибаюсь. Поправьте, если не так. She wears very fashionable clothes. She wears very fashionable clothes. Далее. Следующее слово. А вот я могу сказать, что я ношу очки. Да, вот очки. Вот очки. Надо их протереть. Могу без очков. Давайте действительно с вами скажем. Я ношу очки. Значит, как будет я? Все мы знаем, что я это I. Далее. А, надо одеть действительно, чтобы было правда. Итак, I это я. Ношу это wear. И, соответственно, очки это glasses. I wear glasses. Я ношу очки. I wear glasses. Далее. Следующее слово – надеяться. Это слово hope. Значит, я надеюсь, I hope, они согласятся. Они – это they, соглашаться – слово agree. 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 Чтобы образовать будущее время, мы перед глаголом ставим will. Will agree. Значит, получается, I hope they will agree. Я надеюсь, что они согласятся. I hope they will agree. Далее, следующее слово – решить. Решить будет decide. Я решил сделать это, мы сами скажем. Я – это I. Decide – правильный глагол, поэтому на конце – ed. I decided – сделать, do – it. Но два глагола мы не можем просто так поставить рядом, поэтому мы их разделяем с помощью to. Получается, I decided to do it. Я решил сделать это. I decided to do it. Я решил выучить английский наконец-то. Поэтому скажем, I decided to. Дальше глагол учить, learn и английский. I decided to learn English. Итак, повторяем. Wear. She wears very fashionable clothes. I wear glasses. Hope. I hope they will agree. Decide. I decided to do it. I decided to learn English. Next. Дальше. Слово «рано». Мы, в принципе, его уже упоминали, но теперь внесли в наш список. Итак, «рано» — это будет «early». «Early». «Я встаю рано». «Я» — это «I». «Вставать». «Get up». «Рано». «Early». Например, «я встал рано вчера». «I». Вторая форма от «get» — это got. I got up. Можно сказать, очень рано. Very early. I got up very early yesterday. I got up very early yesterday. Далее, следующее слово. Достаточно. Это будет слово enough. Это достаточно. Или просто достаточно, можно сказать. Достаточно. Это скажите просто enough. Enough. Или просто это достаточно. Можно сказать это it и enough. Соответственно, не забывайте еще только связку сказать. It is или же it's enough. Достаточно. It's enough. Если достаточно, давай следующему, значит, слово. Это слово курс. Course. Course.
Например, твой курс очень интересный. Твой это your курс. Course очень very интересный. Interesting. Значит, твой курс означает it. It is. Поэтому your course is very interesting. Итак, наши слова повторяем. Early. I get up early. I got up very early yesterday. Enough. Enough. It's enough. Course. Your course is very interesting. Далее. Такое замечательное слово, как тренер. Это будет слово trainer. Он мой личный тренер. Он это he. Мой. My. Личный. Personal. И тренер. Trainer. И не забываем поставить связку. Ведь нет глагола, значит форма to be. He, she, it – это is. He is. He is my personal trainer. Он мой персональный тренер. He is my personal trainer. Далее. Тренировка будет training. Значит, эта тренировка очень интенсивная. Эта тренировка this training очень very интенсивная. Intensive. И опять же нужна связка. This training означает it, it is, поэтому this training is very intensive. This training is very intensive. Далее. Если вы посещаете какой-то веб-сайт, то на английском это звучит так же, да? Website. 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 Можно сказать, что я посещаю различные сайты. Давайте сами это скажем. Я посещаю. I. Посещать это будет слово visit. Различные. Different. И websites. I visit different websites. Например, этот сайт очень популярный. This. Website очень very popular. Только не забываем связку, ведь опять же, получается, this website означает it, it is, поэтому this website is very popular. Итак, продолжаем. Trainer. He is my personal trainer. Training. This training is very intensive. Website. I visit different websites. This website is very popular. Окей. Next. А next это номер. Номер будет number. 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 Номер. Какой твой любимый номер? Какой это? What? Твой. Your. Любимый. Favorite. Номер. Number. Видите, нет глагола, значит нужна связка to be. Your favorite number означает it, поэтому it is. Получается, what is your favorite number? Или сокращенно what's. What's your favorite number? Ну, например, 33. 33. 33. Далее. Следующее слово. Значит, будем изучать части тела. Значит, голова. Head. Head. Лицо будет face. Значит, он повернул голову, как мы сами скажем. Значит, он это he поворачивать turn. И head. Но голова его, поэтому his head.
Получается, he turned his head. Он повернул голову. He turned his head. Face. Лицо. И face также еще имеет другое значение. Вот пока мы разбираем первый пример, подумайте, какое еще значение имеет face. Соответственно, посмотри на его лицо. Смотреть будет глагол look. Look at. Смотреть на что-то. Его, his. Look at his face. Посмотри на его лицо. Look at his face. Это первое значение face – лицо. И второе значение face – сталкиваться. Например, он столкнулся с очень серьезной проблемой. То есть face может быть глаголом. Он – это he. Face – это правильный глагол. Поэтому иди. He faced. Очень – это very – серьезный. Serious. Serious. И проблема – problem. И не забываем еще перед very поставить артикль. Получается, he faced a very serious problem. Итак, повторяем. Number. What's your favorite number? 33. Head. He turned his head. Face. Look at his face. He faced a very serious problem. Next. Тело будет body. Body. У него сильное тело. То есть он условно имеет сильное тело. Он это he имеет has сильное. Strong. Тело body. Но не забываем связку. Артикль прилагает на существительное. He has a strong body. Далее. Следующее слово достаточно легкое. Друг. Это friend. Например, кто твой лучший друг? Кто это? Who? Лучший. Best. Друг. Friend. Твой это your. Your best friend. И нужна связка, так как нет глагола. Your best friend означает he, he is. Поэтому получается who is your best friend. Кто твой лучший друг? Who is your best friend? Например, мой друг. Еще один пример. My friend работает со мной. My friend работать будет work. He, she, it, долем s. Works с. With me. My friend works with me. Далее, следующее слово. История. Какой-то рассказ. Это будет story. Это длинная история. Например, это it. Длинная. Long. История. Story. Опять связка артикль. A. Прилагательное long. И существительное a long story. И раз нет глагола, нужна связка to be. He, she, it, это, is. It is a long story. Или сокращенно. It's a long story. Это длинная история. It's a long story. Там, расскажи мне эту историю. Значит, рассказать. Если сказать кому-то что-то, то это tell. Будет tell me this story. Tell me the story. Расскажи мне эту историю. Tell me the story. Итак, повторяем. Body. He has a strong body. Friend. Who is your best friend? My friend works with me. Story. It's a long story. Tell me this story. Next. Брать. Take. Take.
Например, я взял это с собой. Я это I. Вспоминаем формы take, take это неправильный глагол. Формы took. И третья форма taken. Take, took, taken. Я взял, значит, вторая форма I took это. I took it с with me. I took it with me. Далее, следующее слово приносить. Bring. Bring. Принеси это мне. Мы скажем, если повелительное наклонение, то просто глагол без изменений. Получается, bring it, принеси это, и мне, значит, предлог направления to, и мне. Bring it to me, принеси это мне. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. Принеси это мне. Bring it to me. Далее, следующее слово. Bring it to me, например, мне нужно это. Вспоминаем, как будет мне нужно. Это выражение I need. I need it. Bring it to me, I need it. Далее, следующее слово. Становиться. Become. Become. Это глагол неправильной формы become. Became. Become. Например, он стал знаменитым. Он это he. Вторая форма стал he became. И знаем знаменитый he became famous. He became famous. Так, извиняюсь. Спасибо вам, что поправляете. Так, смотрите, story это 319 слово. Далее 320. Чтобы просто нумерация нам тоже не сбиваться. То мы так увлеклись уроком, что тоже забыли про это. Become, became, become. He became famous. Там, и я хочу стать врачом. Я это I хочу want стать become. Но после want ставится to. I want to become, и врач будет doctor. Но не забываем поставить что. Верно, артикль. I want to become a doctor. Итак, проверяем. Take, took, taken. I took it with me. Bring. Bring it to me. I need it. Become, became, become. He became famous. I want to become a doctor. Да, верно. Become. Become, became, become. Далее. Следующее слово. Это слово over. Over. И какой вы можете пример привести со словом over? Over. Но на самом деле over означает очень часто как через. Он перепрыгнул через забор. Давайте сами это скажем. Он это he. Прыгать. Jump. Прошедшее время, значит, добавляем ed. Это глагол правильный. He jumped через over. Забор будет fence. Забор конкретный, поэтому получается he jumped over the fence. Он перепрыгнул через забор. He jumped over the fence. И также еще over употребляется иногда, когда что-то заканчивается. Например, игра закончилась. Часто вы видите, что пишет? Игра это game over. Game over. Это такая краткая форма. Game over. Там урок. Урок закончен. Я помню еще, когда я учился в свое время, значит, ученица наша говорила на английском языке. Давайте сами это переведем. Значит, урок. Lesson. Значит, запомните. Lesson is over. Но урок конкретный. И все время часто такое слышал. The lesson is over. Урок закончен. The lesson is over. То есть вот это выражение, там be over, то есть в данном случае это is over означает заканчивается. The lesson is over. Но я еще так не буду говорить the lesson is over, потому что урок еще не закончен. Мы с вами продолжаем. The lesson is over. Так, дальше.
то же самое. Как будет то же самое? Это будет same. Same. Это одно и то же. Мы с вами скажем, it это одно и то же или то же самое. Same. Только запомните, что появляется еще the впереди. It's the same. Конечно же, не забываем связку. It's the same. Это то же самое. It's the same. Это то же самое. It's the same. Это одно и то же. Например, можно сказать to. Там вы видите. Вот это видите, да? И вот это видите. Значит, как это мы на английском произнесем? Two plus two plus two. Two plus two. Вот это, или, например, four. Четыре. Это одно и то же. It's the same. Это одно и то же. It's the same. Two plus two or four. Или же four или четыре. It's the same. Это одно и то же. Еще очень важное слово – это вещь. Вещь будет thing, thing, thing. Эта вещь очень важная. Это будет this, вещь, thing, очень, very и важное, important, important. This thing is very important. Эта вещь очень важная. This thing is very important. This thing is very important. Так, повторяем. Over. He jumped over the fence. Game over. The lesson is over. Same. It's the same. Two plus two or four. It's the same. Think. This thing is very important. Там для меня this thing is very important for me. Все повторяем, тренируем наш уровень восприятия на слух. Итак, situation. The situation is very strange. Clothes. She bought new clothes. Try. I'll try to do it. I'd like to try on this dress. Wear. She wears very fashionable clothes. I wear glasses. Hope. I hope they will agree. Decide. I decided to do it. I decided to learn English. Early. I get up early. I got up very early yesterday. Enough. Enough. It's enough. Course. Your course is very interesting. Trainer. He's my personal trainer. Training. This training is very intensive. Website. I visit different websites. This website is very popular. Number. What's your favorite number? 33. Head. He turned his head. Face. Look at his face. He faced a very serious problem. Body. He has a strong body. Who is your best friend? My friend works with me. Story. It's a long story. Tell me the story. Take, took, taken. I took it with me. I took it with me. Bring. Bring it to me. I need it. Become, became, become. He became famous. I want to become a doctor. Over. He jumped over the fence. Game over. The lesson is over. Same. It's the same. Two plus two or four. It's the same. Think. This thing is. Не забываем поставить связку is, конечно же. This thing is very important for me. Действительно, эта вещь очень важная.
для меня и для нас это будет for us, не забывай ставить связки и быть внимательными, окей? Okay? So this thing is very important for us. Thanks, see you, bye.